Это что, видеописьмо? Да. Мне так тепленько. Такое ощущение, что здесь, в этот бассейн, все писают, приходят. По очереди. Да, и он такой теплый вообще. В общем, нам очень здесь нравится. Желаю, чтобы в Украине каждый двор был таким. Вот таким примерно, как вот этот вот бассейн в Украине. Или вот таким же, вот так пальмы. Вот такие высотки. Короче, пусть каждый двор в Украине будет... И люди могут сюда ходить, платить 20 гривен. Ну как здесь гривен? Вот... Не, ну здесь люди получают, допустим, там 5 тысяч, 3 тысячи, там 4 тысячи юаней. И платят из них 20 за вход. Да. Соответственно, и если еще... люди получают в Украине 5-6 тысяч гривен, то платят они тоже должны платить 20 гривен за но вход. Но мы даже приходим за 20, а если покупать абонемент, то вообще где-то будет там 10, наверное, если разделить, да, Вовчик? А ну покажешь, как ты плаваешь.